Меня там только глут напрягает, честно говоря. Хотя у нас хант есть вон. Кто там еще, подожди, там? Глут. Роблус. Лоскутики. Там все легкое, типа. Хант только покатит на глуте и все. А последний кто там? Тадиус. А, Тадиус, точно. Который меняет полярность. Там главное, чтобы ДПС хотел. Должен, наверное. А из десятки оса что-то падает вообще или нет? Угу. Короче, я бил вот этого лоскутика в десятке, 18к хп. Танчил за ДК. Там пиздец было, блядь. Я 3 незыблемости отдал, блядь. Типа лоскутик сильно херачит? Ну 18к хп просто, там нихуя нет. Вот такой ДПС должен быть. Просто 13. Или на паучках там где-то 25 было. Такой. Пошли за мной сразу туда. Только смотри, не бей турбо, сдохнешь. Перегоди немножко, там РДДшников один этот, кто там за друлю. Я сейчас ебану ему, столько хорошего нахуеет. Хуй знает, а бонни штык нет, у них агро мало, пиздец, по 100, блядь. Да, сказал я, короче. О, а это что за хуйня с к нам пришла? Это крип. Причем с подстенки, блядь. Из стены вышел. Ну, зря корни. Подтолкнуть его к тебе? Ну, когда выйдет, можно, да? Понял. Не можно. Ты встань за ним, чтобы он на меня летел. Да-да-да. КД уже. Я прожал корни, думал, он выбьет. Есть, корни не убивает.
пиздим, конечно, блядь, долго. Просто пиздец. Не, ну оно так и должно быть. Мы же не каким-то статиком пошли. Че, у тебя меткости так и нет у нас, Илья? 200. Да, а что ты ничего не пытаешься сделать, чтобы была меткость? Да я все, что можно было, поставлял. Типа, нужен шмот другой. Ну-ка, давай смотреть, что там за шмот. Понятно, что можно камни поменять. Но... И хочется спада терять. Блять, это сульды у тебя наручи такие, да? Честно говоря, хз, наверное, да. Ну, судя потом по 226-му. Кинжал охуевший вообще, нихуя себе. 45 даже на меткости. Это сам. Вот посох есть классный с этого, с ока какого-то. Ну, тринику тебе с АМК надо, а тебе кап даст. Вместо какого-то из этой, ну, вместо вот этой, блядь, что там, силы, заклинания. Она... Они одинокие. Да, то есть она там 73 меткости дает. Конечно, крит проебешь, но зато меткость она важнее. Хуй знает. Типа ты промахиваешься же. Ну-ка вот если посмотреть рекаунт. Ну там что-то пишет, промахи типа, да? Звездный огонь, один промах. Гнев, три промаха. Ну это ж пиздец. Два промаха звездопадом. Это вообще печально. Крит хаст кинжал. Не знаю, вот это... Блин, ну я хз, конечно, на меня, скорее всего, но у меня офхэнда нормального нет. Бери, может, будет. Ну, с одной стороны, это вот трение вот это, с другой стороны... Сейчас линка. Хули, поможет на свет, кинжал. Хуй знает. Вот, сука, вот эту хуйню бы, просто горе б не знал. Быстренько уходим, блядь. А, ну так-то да, сильный. Так он при мне еще ни разу не падал, не говоря уже о том, чтобы... Ну я на Дейстре, не знаю, взял посох с этого сосна, тоже еще что. Я вот все подумываю про то, чтобы, блин, все-таки с пухами пойти, типа, туда и забрать его онролом. Ну это что-то какой-то пиздец. Воки, конечно. Это откуда такой посох? Око. Десятка. Да? Ну да, неплохой. Чисто знаешь, когда меткость нужна. Ну да, плюс типа... Хотя... 38 плюс 45 сколько? Ну меньше, чем 90. Так, что вы там отпиваетесь быстрее? Пока он здесь, давайте, давайте, быстренько, быстренько. Да в принципе все. Сейчас там у собой мана немножко. Тотем въебал, зачем? Ну, что все, зарядим. Вы знаете, где стоять? Вот где он сейчас стоит. У меня зарение есть. Вот где он сейчас стоит, туда примерно вы должны перебежать на начале боя. Сейчас вот я его здесь на решетке можешь... начну танчить. Под мордой у него никого не должно быть. Кроме меня. Хант, подойди ближе к боссу, я тебе, блядь, истерию дам. А кто Слизняков агрит? Да. Thank you.
нем этот давать, гернет. Да хуй знает, ну дай. Давай. Два вылезло, кто-то лишний под ебалом стоит. Ну что, блядь? Это мог быть я. И они на мне копиться не должны, давайте-ка завыешьте их. Да хуя их уже никто не бьет. Все, теперь чисто босса. Уже выйдите, вы там с дисплея или что это за хуйня? Вы там стали типа, блять, охуенно оранжевики или что? Подходите ближе, босс уходит же, видите? Контролируйте свой этот рейндж. Все, убили. Скорость, крит, мне зуб какая-то. Эта перчатка нужна кому-нибудь? Нет, у меня минск меткости не вижу, получается. На ардру заберу. Залупа на ардру. МП5 вообще всегда залуп. Дух надо. Холи приставом этим эрдру шмотки с духом. Без духа, ну, хуета. Типа, я не знаю, даже 200-ю даже не стоит на нее даже раздевать. Типа, лучше присту отдать, она какой-то спек себе ДЦ там соберет из говна и палок. Если у нее там. Да я просто целюсь в основном на МП5, поэтому. Ну, так я сказал. Просто дух в талантах он усиливается. У пристов и у этих. Вот если у хэпала интеллект усиливается, у ретрика сила, а у хэпала интеллект, а у дух усиливается у эрдру и у холи приста. А ДЦшнику нужен чистый МП5. У него дух не усилится. То есть он может брать дух, но МП5 и шмотки с критом хостой ему лучше будут. Там именно в том, что талант усиливает там что-то 15% там или сколько там, блять, он там Рис может линкануть. Таланты там какие-то, тело и душа, там ничего там, блять. Короче. Это у меня то, что? Да, вот из разряда силы заклинаний, блять, от духа, да. Да, вот. То есть вот эту берет дух. А если ты не берешь, у тебя СПД просаживается, залупа получается. Хант, ну, решетка центральная, ты шаришь, да, твоя? Ты уже это делал, по-моему. А, ну и самое главное, турбоёжик. Или сразу его спек у аниматронщика, блядь. Не знаю, захилят тебе 2 кила. Сэндвиза яды есть? Давай аниматрончик спекнись, потому что, блядь, он сдохнет. Я ему говорить, блядь, еще это самое, блядь, кнопку нажимать. Спекнись мишку своего. Хпау, ханта подхиливай там.
Там, по сути, мы будем с тобой танчить. Оно один стак вешает, и у второго танка скидывается. Он забирает. У тебя скидывается один стак, и я обратно забираю. Можно так танчить. Не обязательно 4 ждать, потому что неизвестно, что со слабыми хилами будет. Сдохнем нахуй, пиздец. Так, Синвиза. Синвиза, ты тут? Рога не отвечает. Давай Роги напишем. Яд есть у тебя анестезирующий? Ну а что мы будем делать? Мы же сдохнем. Ладно, хуй с ним. Если сдохнем, то будет заебись, наверное. Поехали, короче. То в ядозлобе продается яд. Как раз по дороге будет респауна. Любой уважающий себя рога должен носить яд. И обязательно, блядь. Если ты не уносишь яд, то ты... Просто это рейд. В некоторых рейдах надо этот яд. Он тут берсу снимает, типа? Да. Там шанс прока какой-то просто при ударе? Ну, либо уколом можно сразу снять. Вот ханта кто-то должен похилить. 3000 хп. Вот он сдохнет, и мы вайпнемся с вами. Вы это понимаете? Какой-то хил его будет хилить? Например, хпал. Хант, учись бегать, чтобы они тебя не били. Не проебите ханта. Сука, сложно. Я похилю. Ну я уже убежал. За мной крип увязался сюда. Рез аниматрончик. Погоди, не забирай пока. Вы будете хилить? Я вот не вижу хила вообще. Кто там, шаман, блять, или кто? Вы чё, все там дрочат? Ну, вдвоём туда побежали. Да вы ебанутые, что ли, сука. Я первый туда пошел. Нахуй вы туда пошли? А нас кто хилить будет? Хуй, блять, или что, блять? Так, разобрались, кто идет сюда. Я хуею с вас. Понял. Ну а Саршам там валяется, типа. Да я охуенно рад за него, блядь. Потому что только на хп этого хантера подпустил. Смотри, мобы дошли, блядь, до босса нахуй. Он просто, блядь, сожрал их. Нет, это вайп явно. Ну, БР только у медведя, а ведь с тобой меняется. Вы чё, блядь, пиздец нахуй. Нихуя не шарите. Сейчас аниматрончик пойдешь туда, блядь. Турбоёжик будешь с меня таунтить, блядь. И когда стаунтишь, во-первых... На меня нажимаешь запомнить цель, турбоёжик. Смотришь дебаф. Когда на мне остается до конца дебафа 7 секунд, нажимаешь таунт. На 4 секунде он скидывает этот, вводите в мишке. Он скидывает, обновляет стак. Вот. Я вижу на себе 4 секунду и с тебя забираю. То есть тебе надо подержать 3 секунды. За эти 3 секунды покастую себя вспышку 2 раза. Чтоб меньше вероятности, потому что ты сдохнешь. И щит на себя подкинешь. Не лети за ядом, скажи только какой. Сейчас буду говорить. Я уже там. За ядом, да, обязательно. Вот яд нужен, потому что ты, блядь, кучу дамага. Во-первых, хилы ебанулись, блядь, просто. Нахуя шаман туда пошел? Ты стоишь, хилишь нас, блядь, двух танков. Анестезирующий яд 2 называется, да? Все, я понял, хорошо, не буду хантера хилить. Вы пошли туда вдвоем, а на нас хуй положили на двух танков, блядь. Тут, блядь, берсу никто не снимает, а вы просто пошли туда. Вы что думаете, блядь? Босс, мы босса убьем, типа, без вас или что, блядь? Да нет, нет. Ну так нихуя себе. По водину можно было частицу на него кинуть, на пару секунд хильнуть и обратно перевесить. Да ты чё, блядь? Этот паладин... Ты паладином, это, умеешь играть или ты только учишься, Азраил? Во-первых, у него шмот не такой, чтобы он там хильнул, блядь. Блядь...
обрыгается скорее, блядь. Он еще по шмоту слабый, по хилу слабый. И как он играет паладином, я не знаю. Видишь, он учится. А то, что он учится, это значит, что он еще, блядь, не может сделать все красиво. Вот, блядь, Глут. Короче, этот аниматрончик. Я Хантер, развиваешь эту ебаную ловушку, а медведь водишь, хилит вас хэпал, блядь. Точнее, медведя хилит. Случайный дамаг там какой-то в бок. И этот. Ршам, хилишь меня, блядь. Понял. Турбо тоже флешками помогаю, потому что я думаю, хую, что он захилит. Ну, блядь. Давай, Джон, нажимай, беги вперед. У него хилки слабые. Сзади крип, забери. Какой крип? Жирнич. А, он в ваниш ушел. Да вы чё, блядь. Аккуратно там, перед лоскутиком в комнате Жирнич бегает. Сейчас Роги дал яды. Да. Рога, это самое, намазать яды, значит. Похуй на твой ДПС здесь. Надо, чтобы каждый твой удар, вот эта хуета только появилась на боссе и сразу скинулась. Чтобы яд прокал на босса, снималось исступление. А иначе будет большое количество дамага, блядь. Ну, Турбо, ты понял, да, как это самое сделать, эту хуйню? Ты сделай, потому что, блядь, мне еще нажимать кнопку во время боя, блядь, а на активацию ставить я не хочу. Попалишь эту хуйню или что? Или не сможешь? Потому на 7-й секунде? Да, на 7-й, когда вот именно на мне он тикает и остается 7-я. Ты таунтишь, и я смотрю на себе там 6, 5, 4, и на 4-й забираю. Он на тебя типа кидает, я забираю. Ну он типа на 5-й где-то, с 5-й на 4-й где-то обновляется так. Он на тебе обновит, а я заберу типа, и на мне он будет висеть и скинется, и уже потом новые будут кидаться. Я где-то, не знаю, и таунти где-то, знаешь, там 4 стака на мне пускаем, 4-5. И в это время, когда ты таунтишь, на тебе должно быть этот щиток хотя бы, вот этот священный, и себя хиль. Типа, чтобы это... Я не знаю, Ршам среагирует, нет, тебя похилить, я вообще не ебу, как там будет. Щит я на себя по КД вешу, если его нет, то на тебе, то на тебя кидаю. Сейчас вот на себя покидаешь, на меня похуй, там берса будет сниматься. Чтоб типа когда ты забирал, хоть меньше дамага было. Задрулю тоже увидишь, если он таунтит, хотя бы одну покровительство природы и бани в этого, в турбоёжика. Потому что если я, блядь, стаков 9 накоплю, по мне хила будет приходить 0 нахуй. И мы просто выпадемся, блядь, вы это тоже должны понимать. У нас и так 3 хила, блядь, и 2 танка. 2 хила, 2 танка. Я думал, покровительство вообще только ардру кнопку. Не, сова ебашит. Так, рыба. Я обычно вот этим захилю, восстановлением. Что такое восстановление? Ты его пока прокастуешь, блядь, турбоёжик уже сдохнет. В этого, типа в танка его свиспекать, но я хуй знает, мы будем бить полгода, нахуй. Плюс у него третий спек, блядь. Ну посмотрим сейчас как. Кстати, надо делать зелье защиты от магии, мировой выпад, на 32 уровень. Повышение сопротивления 7 школам магии на 50, на 3 минуты. Вот эту хуйню надо где-то кому-то рез выбить и делать. Кадгаров ус, лиловый лотос фармить. Скупать Кадгаров ус, лиловый лотос обязательно. Это, меня... это зелье, а сопрот это настойка. Настойка висит, и зелье вот до пула пьешь, 3 минуты висит. И потом оно через минуту еще перепиваешь. То есть ты 6 минут можешь боя. На Калагарне нам эта хуйня всем нужна будет. Это 100 сопрота, считай. Это будет вообще пиздец. Сильное снижение дамага. Без этой вообще, хуйни. Вообще я сейчас алхимию качаю. По-моему, даже видел. Что он может будет сделать.
Видишь, он как хуярит без бирсы меня, блядь. Вот именно так, блядь. Бирса так звучит у него, блядь. Алло. Хил, который меня должен хилить по телефону, говорит, ребята, блядь, молимся. Вот, заебись, другое дело. Так, вроде сработало. Вот видишь, ты посмотрел, и я не ебу мозг. Все четко. У тебя крылья прошли, тебе стерею ебануть. Пока под истерией, только не таунти. Ну, так ты ему истерию пока ты навешиваешь, я думаю, что у него ДПС настолько больше. Не, я первый раз ему дам. Обычно ходу даю. Ну, я без фласки сейчас дамажу. Сейчас вот обновит она на следующий раз. Давай, давай, Рога. 10, 9, 8, тунти. Сейчас истребление будет. Видишь, как охуенно. Чё-то не прокает, Рога, Рога. Ядовитый укол или как там? Пошли все мобов бить, пошли, побежали туда. Да я их разъебал, наверное, нашел. Ну, второй танк там по-любому нужен. 25-ки, если ты про калагарный. Еще обновил на мне. Ну этот, задрулю реса его. Хуйня ебаная. Ну пробуй, да давайте так добьем. У меня там не зыбка есть, все есть. И только ресни его. Ну, сука, бирса. Уроги хуево как-то снимает. Ну должна сразу, блядь, исчезать, нахуй. Ты то ли на одну пуху намазал, то ли что, блядь. Еще есть способность ядовитый укол или, или отравление, блядь. Вот этот зеленый кинжал, нахуй. Он типа моментально применяет яд, который намазан. Все, просто псину ебаную добивайте и все, пиздец. Чё? Мне кто-то обещал, что скажет, как через хилбота нажимать таргетом на кого-то. Блять, надо... Идут, идут. Ладно, хуй с ним. Добивайте 400 тысяч, хуярьте уже и пиздец. На мобов там забейте, откинешь тайфуном там или чем. Просто хуярьте. Ну я не матрончик, сейчас будешь тоже в этом, в танке, на Тадиусе нужен танк. Опа, так, ну вот эту вот немножечко ее, пожалуйста. Ну, это 200, верно? Не, накидка она единственная, что плюсом идет мне меткость. Нагрудник 200, да? Господи. Ну у меня 213. Когда же люди поймут, что 200 в десятке, сука? Мы же не в 25-ке. Я всегда путаю. Я не знаю, мне это пиздец сложно запомнить. Сейчас этот пидор пройдет, и мы пойдем на того пидора дальнего. Бегите быстрее там. Добегите там и это дадите, кто... Страх, изгнание, блядь. Хотя лучше его в комнату, наверное, сначала завести. Пускай зайдет сюда, блядь. Горемыка этот. Блядь. Все, хуярь, страх по КД на него, как на горгулью. Чтобы он не откидывал. Кто там, паладин? Ты борешь через хилбот? Что, я? Я откинулся. Понятно, что откинулся, блядь. Паладины страх, хуй забей, ложить. Я говорю, блядь, два паладина страх, блядь. Изгнание зла ебаного.
Зло ебаное. Ну вот этот большой зло, блядь. Не сгонали. Посмотри, у него, блядь, в тапках, нахуй, всякие, блядь, гвозди или что это, блядь. Короче, пати надо раскидать. Так, что у тебя там получается, блядь? Блядь, я хуй знает, как изрыл. Чё, слева, право. Короче, турбоёжик, идёшь туда, направо, с тобой, значит, прист, маг, аниматрончик и этот, Рышам. Блять. Наверное, выравниваемся. Со мной, короче, Холипал налево идет. Задрулю, Хантер и Рога. Смотрите, турбоежик, имею в виду, там, блять, может заебашить, типа, Макшаман может не сразу ебануть, там, хилить. Ты флешку, если что, прокни сразу в этого аниматрончик там, или в кого там ауешить будет, типа, справа. Подсейвливай. Хули. Так, теперь кто не там? Шаман, ты не тут. Иди на ту сторону. Иди, иди отсюда. Не тут, не тут ты. Иди туда. Туда иди хилить. Ём, блядь. Шаман. Сука, на ту сторону. Туда, не сюда. Блядь. По телефону, походу, говорит. Это же он? Ну. Бля, прикольно, бля. Иди, иди туда, блядь. Стоишь. Там тебе надо будет хилить медведя, аниматрончик. Вот на нему звездочка, блядь. Не проеби его. Щит земли на него дай, а то он сейчас сдохнет. Вот он прям с пула сдохнет. Щит земли, давай, давай на него. Не вижу никакой щиты земли. Ой, бля. Вот, хорош. Я хп не смотрю вообще, что там, блядь. Тут 70, да. Так, тут что-то быстро идет. Задрулю, давай-ка, смотри за хп и попристопни здесь. Тут 47, там что-то дохуя еще. Посматривай на того моба, или нажми запомнить цель того. Да, у меня стоит, стоит. Я смотрю. Типа ты стопай, а остальные пускай бьют. Так, 34. А здесь 49, блядь. Так что имейте в виду, блядь. Я все, стопнул фул ДПС. Только дота накидываю. Хантер, тоже тормозни. Тут 17. Вообще полностью тормозите, нахуй. Покурите на этой стороне, блядь. 200 тысяч, нахуй. Хантер, Хантер. Перестань стрелять. 200 тысяч, блядь. Там пацаны обрыгиваются, видишь, блядь. 300 у них еще. 300. 280. Домашняя левая. Тут 100 тысяч. У вас 90. На 100. 50. Ебашь. Ебать, саван, нахуй. А кто-то вылетел, нахуй. Холипал, прикинь, вылетел. Ебать, Ршам, ты в одного. А, турбоежик флешками ассистишь. Щиток по КД. Этот. И задрулю тоже. Тоже подключайся, покрытельство. А, минус слева, да? Вот здесь, вот где кружок сейчас стоит, здесь плюс. Запомните, а в другой стороне ага. Минус. Где кружок сейчас пришел, там минус. Блять, сука.
Так у меня бафов не видно, где кружки, где чё? Ладно, в пизду нахуй, в жопе, блядь. Падайте в лужу нахуй, отходите от босса, блядь. Сука, бафов не видно, блядь. А чё видно тогда? Показал, где кружок стоит, там плюс, блядь. Я туда и прибежал. А потом ты сказал наоборот. Сука, я же сказал, где кружок стоит, там плюс. Кастует босс хуйню, вешает на меня минус, нахуй. Я перебегаю в другую сторону, нахуй. И говорю, вот где кружок стоит, там минус, блядь. Вы что, сука? Вот-вот, и пока ты это говорил, я уже прибежал к тебе, потому что я думал, что... Блядь, там это ребята, нахуй, ну давайте, нахуй, вы что, блядь? Я не понимаю, блядь, что у вас с головой? Сука. Вы не думайте, что всегда за вас все будут делать, блядь. Раздупляйте свой мозг. Мне так не поставили, вы вайпнулись, нахуй. Ну это пиздец. Это детский сад. Игра для людей с 12 лет. Ты посмотри стримера, блядь, Existence, нахуй. Этот, блядь, паладин ебучий, блядь. Ему, сука, 13 лет, нахуй. Он рейды водит, блядь. Ребята, блядь. Ну, я не понимаю, блядь. Давайте, включайте мозг. Он вводит рейды, блядь, 25-ку льду, блядь, с пугами, блядь. Танкует боссов, блядь, паладином. Ебать. Лучше б уроки делал. Я, конечно, поставлю вам метки, нахуй, но это не значит, что вы, блядь, должны как нубы быть всегда, нахуй. Если меток нету, вы должны, блядь, мозг свой включить, ребята, блядь. Сука. Не, ну так... Вот. У тебя на банально на уровне привычки уже работает, что тебе нужно типа совместить типа метку ту с этой. Я типа вообще не помню, какая из них где. Типа где синяя, где красная. Я же, блядь, сказал, ну чем вы, сука, слушаете? Я говорю, вот босс, мы пришли на босса, спрыгнули, да? Я подбежал вот так справа от босса, встал, на мне кружок, блядь. У вас что, в глазах нихуя нет или что, блядь? Я говорю, вот здесь где кружок стоит, вот здесь плюс, блядь. Или вы не ассоциируете плюс с плюсом, блядь. Или то, что плюс синий, вы хуй знает, да? И то, что это право, вы, может, тоже не знаете. Или вы, блядь, спиной стоите к боссу. Я вот 1000 вопросов вам могу задать. Ну, это ваш косяк, блядь, вы затупили. У вас в голове каша, блядь. Начинайте понимать, о чем люди говорят. Вот если Турбо понял, что ему на 7 секунде надо, блядь, он таунтит, 3 секунды стоит, и потом босса я забираю, блядь. Все идеально, блядь. Потом умирает. Ну, это потом, это уже берса была, блядь. А вы меток не поставили, все пизда, все посыпалось, блядь. Вам РЛ не скажет на лече, блядь, разбежались, нахуй. Вы будете в центре стоять, осквернение вырастет, блядь, за 2 секунды, нахуй, вы вайпнетесь. Надо же думать как-то, блядь, смотреть. Не первый раз на этом боссе. Пиздец, меток не поставили. Еще говорю, блядь, вот здесь плюс. А мы, наверное, хуй знает, что такое плюс. Вы что, только по цвету ориентируетесь? Не стыдно, блядь? Я же говорю, блядь, 12 лет плюс, 12 плюс игра это Warcraft, блядь. 12 плюс, вам по сколько? 12 плюс. Ну, блядь. 20 плюс, блядь. По порнуху уже смотрите, блядь, и в Warcraft вайпаетесь. Ну, не стыдно. С конями. Мне кажется, что некоторые уже еще, блядь, смотрят порнуху. Ну, это с конями уже не катит, да? Не, я же говорю, типа, тут, ну, просто на привычке. Не, ну вот я сразу спросил, упоминал... я сразу понял и сдох последний, блин. Так что, как всегда, всегда. Тут еще вот это по-дебильному, как говорится, написано. Типа, плюсик синий, красный минус, это вообще пиздец в голове, диссонанс. Это не должно быть диссонанса, раздупляйте голову, ну... Никакой диссонанс не должен вас останавливать. Если диссонанс здесь такой, то я не знаю, что на Джайне будет, там вообще пиздец. 3 месяца, наверное, сидеть будем, блядь. А с Джайне... Вот там тоже, блядь, батя электрик, нахуй. Я привык, блядь, красный это плюс, блядь, синий это минус, нахуй. Ага. Тут мне все через жопу, нахуй. А что, нам рыбка нужна тут или не? Хуй знает, вам ничего не надо, вам уже, блядь, спать пора, нахуй. Куда там? Вот видим эти ебучие метки, видите? Ну, у вас 11, у меня 3 часа, блядь. Я вас раздуплить пытаюсь.
еще вылетел, блядь. Хуй знает как вы, но я уже пожрал, блядь. По своим сторонам. А где у нас было какой шам? Какой шам? Ну блин, как у него никто был, который тупил еще. А, шаманище. Да он с тобой рядом стоит, блять. А, стоп. А, вот он, блядь, незаметный слой. Получается, кто-то другой. Который ты пил, говорит. Не, ну, ассоциации. Потом буду в старости вспоминать, блядь. Как же было в том рейде, в котором все тупили, блядь. Не, ну тут хотя бы не засыпаешь, знаешь. Тут 25-ку, когда мы проходили, там, по-моему, один вайп был всего. Идешь просто и пиздец. Я между траями просто за кем-то фоловился, типа, приседал, отжимался, потому что пиздец просто. Стоишь, дамажишь и похуй. За хп посматривай, там, а то я уже сплю, блядь. Осталось, блядь, три босса. Право 800. Да, блядь, давай, знаешь, чё, блядь, этот самый... Стоп, левый. Кто там, перебежал кто-то, да? Вот, я побежал. Да, беги, бей здесь. Там стоп, пристопните пока, блядь. Так, 37. 500, право. Ну я не матрончик в этом, в коте будешь бить там. Интересно. Левый бейте. Подбивайте это, бейте левый, 230. Так, у вас уже, смотри, тут пристопите, 140, 100, блядь, разница 6 секунд будет, хуёво будет. Этот, сотня ровно. Там сотня, там 90, у вас 60, давайте там побыстрее. 40 50. Там, здесь 50, ну хуй знает, бейте, на мужика, да, блядь. И там, о, заебись. Меньше секунд разница. Прикинь упасть, блядь, в зеленую лужу, блядь. Обрыгаться. В 25-ке падали пока, да? Вон там, кстати, кто-то у нас упал. Нубы какие-то, получается, да? Накаркал. Два ебаных хила, да? А, нет, один. Смотрите, дебаф свой. Геру? Ну, давай. Какой у тебя дебаф? Никакого, блядь. Не подходи сюда. Подходи, не стой. Вот баран. Ты чё, блядь? Вчера родился. Стой тут, где я стою, и жди, пока на тебя прокнет какой-то... Какое по центре, блядь? Ты не в курсе про ренжу, что это такое? Вот у нас, блядь, на 9 людях дебаф, блядь. Ты там был, на тебя дебаф не повесится. Пришел на платформу, жди ебаный дебаф. Ты подошел, на тебе нет дебафа. И он тебя убил разрядом. Вокруг нас 8 метров, убивает разрядом каждые 5 секунд, блядь. Ты это не знаешь. Прямо забивать с разрядом. Или забываешь, блядь. Где он там, вон с плюсом. Все, а ты резнул его. Отходил, да? Да, да. Вот. Так, на тебе стили. Подхильте ханта. Полярность. Ну, сейчас с плюсов нормально будет бить.
тут захиливать только эту цепуху и пиздец. И больше ничего. Лол, у него уже 2 ляма осталось. А сколько до берсы? Да хуйня, да хуя до берсы. Хули, десятка это твоя простая. Турбо, я привык, что тут херачишь, потом смотришь, пол хп только. Турбо, я сегодня ретриком дал 25-ки на Тадиусе, 10-900, блядь. Вот шаман задрочил, блядь. Подумал, да. Отдохнуть надо, да? Да нет. Да я же вижу, блядь. Прибежал куда? В крестик, да? А был плюсик на тебе. Ну он только что. Да. Ну просто заслакал, понимаешь? Отвлекся. Ну да, да, вайпнулся. Хил, хорошо, один хил остался. Блядь, ну простая хуйня, ребята. 12 лет дети, блядь. Должны вывозить эту хуйню. Хотя, честно говоря, не верится. Триня, заебись. Какой ТПС, блядь, у меня крита 36%. Это у меня тоже около 100%, блядь. Ай! Что это? А, эти бафы, блядь, сори. Пришел к вам. А на ретрике РПБ нужен? Нет. Ну, не сейчас. А сейчас что нужно? Крит. Крит. Дело. Говорят, что крит. Ну, а мастерство тоже? Там вот это все дело. Ну, должно быть кап, должен быть кап. Если у тебя нету капа, нахуй, то ты просто идешь нахуй. Вот и все. Да ебано. Ебать, вы че? Нихуя себе, такого я первый раз вижу. Чего? Баф прошел, а сдох именно уже на Сапфероне. Только портал прошел, а до сих пор был. И нас еще уебал. Я ж охуел, думаю, блин. Убил с бафом. Да, да, стадился сюда с бафом пришел, уебался молнией. Так, ну и чё, блядь? Ну ты в хила, наверное, аниматрончик. Не, блядь, будете втроём ебашить. Фрошмот, в принципе, на этом петухе, я вот не знаю, куда у него дыхание делать, почему у него дыхания нет. Наверное, здесь дыхание чисто вот этот шар. То есть он только шар дает, когда две глыбы и все. А вот так вот, когда танком его танчишь, он не дышит вообще, ни разу не видел, блядь. Вот, а по идее должен. Вот, и этот самый, кто он, на келе я одену фрошмот, там вообще, хотя десятки до пизды, может и одену, хуй знает. Рибов дайте. Да, давай. Давайте так, хилы у нас будут в центре стоять, а типа все РДДшники по краям старайтесь стоять. Ну, они сейчас там в центре и останутся, блядь. Убежишь, заждём, блядь, там и отпиздит, на. И хуй кто похилит. Не, ну. Можно стать типа по РНЖ, ближе дальше посредине. Скажешь, когда на МГР давать, сразу или потом? Ну, лучше на келе оставить, да? Да, можно и на это. Смотри, я сколько бить. Подозреваешь, будет. Хватает КД. Наверное, на келе будем. Сколько там, 5 минут еще КД, блядь. Получится у меня его спулить, нет, нормально, ну-ка. Смотри-ка, нихуя. Да я думаю, с полу Геру можно прям, да? Да Гера КД, ты видишь, нет? Не вижу, у меня ну, почему-то нет. Ну, для тебя можно, да. Как так вышло, интересно? Ну кто-то да. Падал, кто-то нет. После смерти, типа, оно восстанавливается? Блять, спадает, дебаф типа? Вешается, блять. Кому дали Геру? Нам давали. Мы мне давали. 10 минут Гера. Ну ты сдох, наверное. Ну, в конце сдох, после. Ну вот. И дебаф спадает. А, все, теперь понял. Думал, после смерти не исчезает.
две глыбы раньше между собой, смотрите, две упало, вы должны возле них стоять уже, чтобы успеть забежать за них. Вот одна. Вот вторая, блядь, дамага полутали. За них, перпендикулярно центру. Вот сейчас, смотри, вот сейчас другая ситуация. Сейчас не волна исцеления, а цепное надо по рейду кидать, через себя желательно. Я и то делаю. Смотри. Я не знаю, в кого ты волны давал, меня что ли? Есть хипал. С него висит частица на мне. Он хилит рейд, частица на меня хуярится. Тебе надо хилить рейд. Вот смотри, сейчас три цели, тебе надо цепухой поднять. Этот. Захуяривайте ему иннер, блять. Он задрулю иннер из этого, блять. Шамана. Прячьте за глыб. Полбосса нет уже, у него, блять. Тотем в КД, полманы осталось. Гимноманы еще, в принципе, есть. И тотем вот этот тебе надо синхронизировать с гимном приста на ману. А не так отдал, когда захотел. Вот он у тебя сейчас сколько КД? 5 минут. Минус 2 хила. Хули, блядь, давай вставалку юзай. Аниматрончик Холи Пала резал. Я вставал дня. За друлю есть БР? Нет, нет. Он будет через минуту. Так, давай Холи Пала резай, может он поможет тебе. Резнул там аниматрончик? Да, резнул. А, нет, не резнул. Чё с Хапалом? Ну чё вы? Я видел, что он резал. Хапал отошел, видимо. Ну я в ахуе, блядь. Я рад за вас, хули я могу сказать. Нахуй вы прячетесь, когда вайп? Подаем. Израил, тебе нормально там отходить, когда тебя ресуют? Меня вот это удивляет, блин, больше всего. И вылетел. Да, там вылетел и сдох. А, как комбо. А как его? Походу его сагрил кто-то. Спорился с Арт. Ёбаный рот, это казино. Так, надо починиться. Это что сейчас было вообще? С хера ли он побежал сюда? А он прям с центра пошел, как только первый тут зашел туда. О, тут починка на входе стоит. Какой-то чел с другого. Капец, блин, лагерь. А, подожди, с другого, это с нашего. Почему написано моджи? А, ебать. Подписью Лео, почему-то сверху. На середине. Это турбоёжик, блин. Не-не, я вижу, там просто надпись, типа, левого продавца была прям над ним, а не слева. Да, веселый, блядь, хули веселимся.